29 сентября по результатам закупки приобретения экологически чистых трамваев в Даугавпилсе между предприятием Даугавпилс Сатексм и Даугавпилсским локомотивремонтным заводом был заключен договор на поставку 4 новых трамваев. Мы долго шли к заключению этого контракта. Этот проект очень важен для нашего предприятия. Он даст новый скачок в развитии нашему предприятию. Это будут новые рабочие места, новые налоговые поступления для города. Но для нас это, конечно, прежде всего новые рынки, новые клиенты. Обычного опыта в строительстве трамваев у нас нету, но у нас есть похожий опыт. У нас есть знания, люди, квалифицированный персонал, который знает, как это сделать. Есть партнер, который поможет нам выполнить качественно и в срок для того, чтобы это удовлетворить нашего основного клиента, в данном случае Даугавпилс Сатексм. Председатель Даугавпилсской городской думы Андрей Элкснеш подчеркнул, на протяжении 15 лет обсуждалось, что трамваи для нужд города может производить местное предприятие, наш локомотиворемонтный завод. И в нынешних кризисных условиях такой вид сотрудничества позволяет поддержать местных предпринимателей, а также сохранить и создать новые рабочие места. День, данное решение является историческим, так как Даугавпилс заказал трамваи у нашего местного производителя, который их будет собирать вместе с иностранной компанией. Для Даугавпилса важно то, что это поможет сохранить рабочие места на предприятии. Для Даугавпилса важно то, что благодаря данному контракту, который оценивается 9 миллионов евро, уже с 1 октября каждому работнику предприятия будет повышена заработная плата на 150 евро в месяц. И для нашего города, и для меня лично важно сохранять рабочие места, косвенно создавать новые рабочие места и, конечно же, помогать нашему городскому предприятию развиваться. Говоря о договоре, заключенном между Даугавпилс Сатексм и локомотиворемонтным заводом, парламентский секретарь Министерства финансов Атис Закатистовс подчеркнул, что это сотрудничество является шагом на пути к новому закону о публичных закупках, который вступит в силу в следующем году. Изменения в законе предоставляют самоуправлениям больше возможностей не только при оценке самого низкого ценового предложения, но и наиболее хозяйственно выгодного решения. Если мы в эти трудные времена можем сохранить рабочие места здесь, в Даугавпилсе, это будет правильно с экономической и с национальной точки зрения. Второе, что мы видим в данном случае, это приграничный регион и его особое политическое положение. Мы как правительство хотим видеть, что демократия означает процветание. Мы хотим видеть особые правила для приграничного региона, чтобы люди могли действительно пользоваться плодами демократии для увеличения своего благосостояния. Новые трамвайные вагоны будут закуплены в рамках проекта «Экологически чистая и интегрированная мобильность в Даугавпилсе», софинансируемого фондом «Кохезии». Общая контрактная стоимость трамвайных вагонов составляет более 7 миллионов евро без НДС. Срок договора составляет 15 календарных месяцев. Ожидается, что новые трамваи будут поставлены в конце 2023 года. В настоящее время Даугавпилсский трамвайный парк состоит из 45 трамвайных вагонов. В ходе предыдущих закупок Даугавпилс получил 12 новых трамвайных вагонов в 2014 году и 8 в 2019 году. Таким образом, после получения вагонов ДЛРЗ трамвайный парк Даугавпилс Сатексм будет обновлен на 50%. Сюжет подготовил отдел коммуникации Даугавпилсского городского самоуправления.